Итак, я пообедал, что очень хорошо. Продолжаем. Петрович, без обид, но вы немножко застопорились с репертуаром. Для развития канала вам нужно идти в ногу со временем. О-о-о-о! Освещать более современные, что ли, вопросы. Насколько современный вопрос сохранения здоровья, я как-то даже не могу сказать. А вы уже 30 лет по большей части все те же паразиты, клизмы, чистки. Наука за 30 лет уже улетела далеко вперед. Много интересных открытий, результатов. Начнем с самого последнего. Открытий и результатов. Какие результаты? Люди как болели, так и болеют. Более того, они стали болеть еще чаще, еще больше, еще более молодые люди. Не так ли? Что там? Данные это ВОЗ привести. А там обычно пишется, грубо говоря, сахарным. Давайте все-таки приведем. Знаете, не будем голословны. Вот я не люблю, что мы не ссылаемся на что-то. Начнем. Сахарный диабет. Значит, быстрый ответ. Сахарным диабетом болеют 2,5% населения во всем мире. Ой! Ну, знаете, мне даже не хочется вот такие вещи открывать, когда пишет научная статья в Яндекс, вот это вот. Диабет – это хроническое заболевание, при котором организм человека не способен ни вырабатывать, ни использовать достаточное количество инсулина, гормона, который позволяет клеткам организма поглощать глюкозу или сахар из крови. Недостаток инсулина приводит к голоданию клеток и повышению уровня сахара в крови, состоянию, известному как гипергликемия, которая может повредить систему организма, если его не лечить. Частью правильного лечения диабета и регулярные осмотры могут предотвратить многие из этих осложнений. Диабет также чрезвычайно распространен. Согласно самым последним данным ИДФ по состоянию на 2021 год, до 537 миллионов человек, примерно 10% всех людей в возрасте от 20 до 79 лет в мире страдали диабетом. Самое главное, что я хотел вам сказать. Ожидается, что к 30-му году их число возрастет до 643 миллионов, к 45-му до 783 миллионов. Ну вот и что? Интересных открытых результатов. Как говорится, делаются интересные открытия, а результаты только ухудшаются. Это я просто взял сахарный диабет. А давайте посмотрим заодно сердечно-сосудистые заболевания. Так, сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ, кратко, являются основной причиной смерти во всем мире. Ни по какой другой причине сегодня не умирает столько людей, сколько от ССЗ. По оценкам, в 2016 году от ССЗ умерло 17,9 миллионов человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. 85% этих смертей произошло в результате сердечного приступа и инсульта. Сердечно-сосудистые заболевания в мире 21 века уносят жизни каждого третьего землянина. Много открытий и результатов. Вот это открытия и результаты. Трое умерших от ССЗ из четырех проживали в странах с низким и средним уровнем дохода. Якобы доход влияет, понимаете? Ну, почитаем дальше. Но жители благополучных стран болезни сердца тоже не обходят стороной. Открытия, результаты.
Развитие технологий лишает человеческий организм необходимых физических нагрузок. Пишут. Зато ритм жизни современного общества приводит к многократному возрастанию нервно-психической нагрузки. Такой дисбаланс не может не сказаться на состоянии здоровья сердца и сосудов. В результате, вот теперь слушайте, открытие, результаты и науку, и все это такое. В результате количество ССЗ возрастает год от года. Оно возрастает, а не уменьшается. И что эти открытия, что они дают? Открытие, если отсутствует разум. Так, значит, идти в ногу со временем, освещать более современные, что ли, вопросы. Те же паразиты, те же клизмы и чистки. Оказывается, вот еще древние врачи, они установили такие истины, что 80% заболеваний лечит обыкновенная очистительная клизма. Я уже не буду рассказывать, почему. У тебя открытия какие-то, вот простое открытие, которое просто-напросто было отметено. А зачем нам что-то делать, знаете, какое-то там открытие, вот, значит, грубо говоря, там, чтобы что-то тут исчезло, тут прыщичек как-нибудь выдавить или еще что-то там сделать, чтобы его тут не было. Хотя все это и корень всего этого зла, который проявляется на коже, в основном расположен в толстом кишечнике, чтобы там почистить и избавиться от цепи на коже. Нет, мы будем лечить кожу. Кишечник не трогаем. Пускай там запоры, пускай все что угодно. И что, о чем это говорит? А что-то современные методики и еще что-то. Надо брать самое эффективное. Паразиты, да паразитами съедают эти грибки, эти там бактерии и так далее, их там все лечат, и толку мало. Более того, потом надо лечиться после того, что применяли от этих паразитов. Кстати, а сейчас я рассказываю о том, если вы вот для себя уяснили и правильно ведете свой образ жизни, вам особо не понадобятся ни клизмы, ни чистки там, ни голодание. Вот просто уважать особенности своего организма, просто их уважать. А именно, правильно мыслить без эмоциональных, так сказать, усплесков. А я об этом говорил и не раз говорил, ух, как говорит. Далее, вовремя ложиться, вовремя вставать, чтобы с биоритмами все это было связано. То есть энергию-то мы получаем откуда? Из космоса. И все наши органы на этом завязаны. Мы этому не следуем. Далее, достаточная двигательная нагрузка. Для того, и когда у нас достаточно двигательная нагрузка, у нас идут соответствующие траты энергии, и каждая клеточка, потратив энергию, она говорит, я хочу есть, без всяких заумных там глюкоз, нутрициентов и так далее. И мы ей даем просто поесть, она нормально все это усваивает. То есть у нас есть аппетит, у нас есть способность переваривания, у нас есть траты энергии. И тогда мы нормально себя чувствуем. А то мы сидим, вот как я перед вами сижу, тут распинаюсь о чем-то, та-ра-па-та-та-та-та-та. А потом, что мне есть хочется, да я ничего не потратил. А мне спать хочется, да я постоянно сижу. То есть у меня нету контрастного образа жизни, чтоб я что-то делал, двигался, а потом хочется посидеть, полежать. У меня нету, я постоянно сижу, как и большинство из вас. Но я-то не постоянно сижу, я кое-что делаю. И, наконец-таки, питание. Ну, хотя бы, понимаете, уважайте объем своего желудка.
не растягивайте его. Не растягивайте, то есть не переедайте. Как питаться, я об этом уже много говорил. Одно только лишь питание поможет вам. Во многом поможет. Так, то есть вот, вот это все, еще раз, так, современные вопросы, вот 30 лет и так далее. Вы знаете, на протяжении тысячелетий люди совершают одни и те же ошибки. Заболевают одними и теми же заболеваниями. Грубо говоря, вот это вот сердечно-сосудистые заболевания распространены. Даже причины приводят, что нервная нагрузка большая, а физическая маленькая. Ну и добавьте сюда еще питание разной ерундой. И что выдумывать? Понимаете, и что выдумывать? Что-то такое. Я в который раз уже повторяю. Уже все, что надо, было выдумано до нас. Женщина-китаянка получила премию по лечению малярии, которую, рецепт которого она вычитала из книги 2,5 тысячелетия назад был написан этот лечебник. И против малярии применялся особый вид полыни. Вот и все. То есть люди уже все знали, как что избежать. Все уже было известно. А тут какие-то открытия, тут какие-то мелочи, какие-то еще, знаете. И вот в этих открытиях нас, как бы сказать, разнообразие без должного эффекта. Значит, вот человеку наплевать, если он заболел смертельным заболеванием, ему наплевать, как его вылечат. Как он может из этого состояния выйти? С помощью каких-то современных методик или с помощью какого-то старинного дедовского метода? Логично или нет? Или вы нет, я дедовский метод применять не буду. Не. Хоть он будет трижды эффективен, я буду вот только современный. Насколько он эффективен, современный? Трудно сказать. Я просто вот такую вещь скажу. Вот, допустим, лечение ангины. Вот опять-таки, вот эта вот научность, вот это вот та-та-та-та-та-та-та. Раньше заболело горло ангина. Пополоскали керосином, копеечным средством. И у некоторых людей ангина пропадала навсегда. Сейчас же и теми семь получат, и в конце концов, не получая результата, а давайте мы их удалим. Вот это как раз вот этот научный подход, интересные открытия и результаты. В результате человека делают инвалидом. Раньше сломали там кость, хоп-хоп-хоп составили в гипс, все зажило без всякого яка. Сейчас надо обязательно там штырь поставить, а потом, возможно, его вынуть. И это считается научным достижением, это считается научным открытием и так далее. Вот где логика, где гуманизм применять те средства, которые уже тысячелетиями были проверены, обкатаны тысячелетиями, там, столетиями, которые наверняка работают. И что-то использует свое интересное. Вот мы тебя в спицу вгоним. И будешь ты с этой спицей входить. А дальше посмотрим, как. Так, закончили. И на комментарии Игоря Горбатенко. Так. Далее Андрей идет. У вас свой формат и манера ведение монолога, о котором вы говорили неоднократно. Вопрос, насколько он подходит инвесторам. А вот тут я про инвесторов и не говорю. Я не говорю про инвесторов. Я предлагаю вам, без всяких инвесторов,
попробовать. Попробовать. Чем вы рискуете? Да ничем вы не рискуете. Я уже говорил, вы рискуете там своим временем. Пяток выложили, да, и посмотрели, и открыли там канал здорового образа жизни. Вот так назвали просто тупо, здорового образа жизни, вот, или там здорового питания. Бац, выложили целебную кулинарию, которая, как бы сказать, не затрагивает ничьих интересов. Или еще там масса видео. Без всяких там инвесторов. А только как только начнется инвестора и та-та-та-та-та-та, так. Далее. Передачи Берга коротки и лаконичны и подготовлены профессионалами. У меня тоже есть и коротки, и лаконичны. Я могу и коротко говорить, и лаконично. А сейчас говорю с вами длительно из-за того, чтобы вы поняли, в чем суть дела. Хотя бы того же здорового образа жизни. В чем суть дела? Показать вам и то, и показать вам другое. Подготовлены профессионалами. Значит, о профессионализме я уже вам рассказывал. Когда вам могут вставить какую-то железную штуку, якобы это хорошо. Какие-то рекомендовать таблетки там от сахарного диабета. Хотя это все можно решить, особенно при диабете второго типа, который наживается неправильным образом жизни. Все это вернуть. Ну, восстановить сердце, восстановить почки и многое-многое что восстановить. То, что, а давайте мы вам заменим. И после этого вы будете пожизненно, всю оставшуюся жизнь работать на аптеку и при этом ограничены вообще в своих возможностях. Вот это вот профессионализм, вот это вот да. Плюс он иностранец. А я буду иностранцем, грубо говоря, у американцев. Ты смотри, какой иностранец, какой типаж. Он иностранец. Я буду там иностранец. Зачем мне тут? Тут я свой, а я хочу там быть. И там я буду иностранец. Так, что в России всегда было со знаком плюс. Ага, читать дальше. Ну, давайте. Вы и на телевидении не входили в их формат. Гарантию даю, что были проблемы. А вот тут, что касается, знаете, телевидения, формата и так далее, и тому подобного. У них там, как бы сказать, вот, у профессиональных телевизионщиков как бы свои форматы. А вот я пришел, и формат поменялся. И это была передача, одна из наиболее популярных. То есть она была наиболее популярных и рейтинговых. Оказывается, та. Вот тебе и формат. Человек делает формат, а не формат. Если вы вот подстраиваетесь под формат, то вы и будете, знаете, отформатированы, как все общество, серая масса. А так вы будете индивидуальностью. Вот в этом-то и разница. И кто это чувствует, понимает, тот, естественно, смотрит. А кому нет, о, серое это, ну... Как все, так и все результаты, все. Так что не надо гарантировать, чтобы там были проблемы совершенно иного рода. Вот. А на телевидении передача «Малахов плюс» задала свой формат, которого, опять-таки, до сих пор нету на телевидении. Да, что-то там такое есть. Но тогда все целители, все врачи, обладающие разумом, с удовольствием ходили на передачу, слушали, делились и говорили, ты знаешь, а я вот такого даже не знал, как мне передача нравилась, совсем какой-то другой подход, интересный, не просто оригинальный, а полезный. Ну и в среднем 60 лет иммигрант из России принадлежит к категории неизлечимых.
А я не собираюсь с иммигрантами общаться. Я общаюсь с хочу общаться, допустим, с и иностранной аудиторией, не только англоязычной, французами, немцами, там, скандинавами. Я хочу им вот это рассказать, что существует вот такая вот вещь интересная, что можно, можно вот так жить, вот так следить за своим здоровьем и получать прекрасные результаты. А не то, что там иммигранты и так далее. Зачем мне иммигранты нужны? Молодежь от мути бурлящей энергии ничего не интересуется, кроме нахождения в состоянии кайфа. И молодежь начинает интересоваться, потому что после того, как она вот это вот покайфует годика 2-3, пяток лет, у них начинаются проблемы. Вот я вам рассказывал про 20-летнего парня, который говорит, я уже спать не могу, потому что у меня болит поясница, болят суставы, ноги разные. А медицина современная, что-то там она нашедшая, методы и так далее, интересные результаты, что ноги разные, объясняет. Да это ты смена климата. Ты вот там жил, сюда переехал, и со сменой климата у тебя ноги стали разной длины. Так, так что только вы сами можете все это делать, если будете ориентироваться на слушателей. А вы знаете, я написал свои книги, которые были проданы 30 миллионами тиражей. Я думаю, это где-то миллионов на 50, если не больше, было вообще-то продано книг. Не на интересы слушателей. Кстати, вот интересно, вот Джобс взял и различные там штучки сделал, и люди поняли, что они вот без этих гаджетов уже жить не могут. Хотя они, так сказать, по большому счету не нужны. А тут речь идет о здоровье. Как не болеть? Как излечиться от хронических заболеваний? Когда у вас хроническое заболевание, вам врач говорит, потому что он не знает это, не учит этому, он поэтому и не знает. Он говорит, да ты что с таким там заболеванием, с сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, там с разными там суставными заболеваниями, ну теперь ты должен принимать таблеточки и все, жизнь на таблеточках там. Чтобы хорошо переваривалась пища, потом, чтобы хорошо она выходила. Будто других методов, апробированных, нету. Понимаете? Люди уже едят таблетки с самого детства, чтобы тут у них животик не болел, хорошее пищеварение было. Дальше они уже начинают есть таблетки, чтобы у них запоров там не было. Чтобы проснуться, чтобы заснуть. Это вы считаете, вот это всем идти на поводу этого, чтобы, ага, ты должен встать вот это так, а ты лечь вот так вот, тогда что-то будет. Я взял быка за рога, понимаете, за рога. За основное. А не за какую-то там, знаете, там, шерстинку или там копытца и так далее. И сказал, вот будешь делать. Сколько отзывов было. Люди, которые уже думали, все, жизнь у них там закончилась, они никому не нужны, расцветали. Но потом это все вот так вот забылось, заилилось. Ну, тут свои причины. И более того, замалчивается. И, я думаю, канал еще и задвигается, чтобы этого там не было. Так, вот тебе и ориентироваться на слушателей. Я уже, знаете, что хочу? И демонстрирую своим собственным примером показать, как можно жить. Как можно жить. Итак, 68 лет. Вот я там перед вами, что и как живу.
так, мне не смотрите, это тут пузо там большое или еще что-то. Это обман съема. Вот, я перед вами сижу, совсем другое дело, да? Ну, я люблю развалиться, так, чтобы вы это. Далее, значит, прослушатели закончили. Берг дает доступной форме материалы. А что тут в недоступной форме вам материалы какие-то даются? Я вам рассказал про казачий ход, который намного лучше скандинавской ходьбы. Кто им занимается? Кто им занимается? Вот этот вот ход, казачий ход, 100 раз лучше этой скандинавской ходьбы по эффективности своего воздействия на организм. Кто его делает? Да никто его не делает. Доступные формы материала, будто я это даю, не в доступны. Тем более, сколько я там поразъяснял, как голодать, как выходить и так далее. Как питаться там, как думать. Как поднять свою энергетику, что такое образно-волевые настрои, как читать. И сам я в конце концов являюсь для вас примером, что просто-напросто, смотря это видео, вы уже подзаряжаетесь. Вы уже подзаряжаетесь из-за того, что я обладаю энергетикой, и она перетекает через экран к вам. Там нет личного ни в облике, ни в интонациях. Искренне желаю вам 1 миллион подписчиков. Меняйтесь, понимаете? Мне хотелось, конечно, сказать так. Да я уже жизнь прожил. 68 лет. По статистике, там сколько? 72 года в Европе там проживают мужчины. Доволен своей жизнью. То, что было, то, что сложилось. Вы знаете, даже если бы сначала начать... Ну, можно, конечно, было бы что-то там подправить, чтобы достичь еще больше высокого результата. Но я думаю, что все было сделано так, как сделано. Потому что оно должно было быть таким. Поэтому я очень доволен. И чем мне меняться? Меняться. Я сам себя сделал, слепил из того человека, который жил в обыкновенной семье, до вот этого состояния. И получил соответствующие результаты. Те, которые не было ни у моей матери, ни у моего отца. Во всех отношениях. У них была своя жизнь. У меня своя жизнь. Я смотрел и менялся. 200 килограмм я поднимал. Толчок, так называемый. 40 суток голодал. В лотос закрытый садился. В воду ледяную нырял, в конце концов он тонну оторвал. Ну еще там что-то там, что я уже так особо не помню. Ну и плюс изменилось благосостояние. То есть то, что мне советовали родители, да, вот иди там на производство, вот там будешь то все, 5-10. А я поступил наоборот. Я рассчитался с работы. Поверил в себя в этом отношении. И начал действовать. Но об этом разговор будет немножко впереди. Меняйтесь. Так что я изменился и продолжаю меняться в сторону, первое, в сторону разумности, понимания, что, вернее, чем является окружающий мир для меня. И как в нем необходимо взаимодействовать. При этом разуметь, понимать, но не идти на поводу. Вот туда, вот сюда, вот это, ра-та-та-та-та-та. А идти своим путем. Так что продолжаю меняться. Я продолжаю меняться. Энергетика возрастает. Качество жизни улучшается. Это самое интересное. Я вот в 2016 году, когда у меня практически тут инвалидность была со спиной, с суставами, думал, ну все, жизнь окончена, ну и так себя.
А теперь, у меня такое впечатление, да по-настоящему она только начинается. Никому об этом.